Костанайской области тушат пожары уже 5 дней. На сегодняшний день эвакуирован 1841 человек. По всему Казахстану организованы пункты приема гуманитарной помощи костанайцам, пострадавшим при пожарах. В городе Темиртау от фракции партии «Аманат» также открыт пункт приема гумпомощи. Сразу же отозвались наши именно костанайцы. В первую очередь прибежали, принесли свои необходимые вот продукты питания. Кто-то из жителей темиртаусов принес свою бытовую технику, те же вещи повседневно, чтобы одевать для детей и для взрослых детей, мужчин и женщин. Также еще продукты питания привезли вот наши депутаты, тоже свой вклад внесли. При помощи волонтеров сегодня мы загружаем в «Газель» и отправляем от Темиртау гуманитарную помощь в Карагандинскую область. С Карагандинской области уже выезжают фуры, две фуры, и выезжают в Костанайскую область. В Темиртау от фракции партии «Аманат» собрано продуктов питания на 670 тысяч тенге и одежды на 600 тысяч тенге. Темиртауский филиал партии «Ак-Жол» также присоединился к сбору гуманитарной помощи. На сегодняшний день я знаю, что в общем от партии собрано около 6-7 миллионов, это вот прямо на сегодняшний день. Если говорить про Карагандинскую область, то ближе к миллиону тенге уже собрано денежных средств. И плюс материальные, то есть это одежда, обувь, это теплые. Мы знаем, что скоро уже будет сезон осень, зима. Поэтому у всех, соответственно, людей, кто остался без дома, им требуется также одежда. Напомним, что площадь возгорания пожаров в Костанайской области составила 43 тысячи гектар. Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин сообщил, что в ближайшие два дня пожар будет локализован. Ольга Цуканова и Дмитрий Косыгин. Новости Темиртау.